Health activated. Easy kill activated. Что это, Сюаньпай? Да вот пытаюсь писать на досуге. Переношу на бумагу все наши похождения и приключения. Так, глядишь, может, к концу и выйдет что-то путное. Там и про тебя немало есть. Ты погляди при случае, не наврал ли я где. Пока проверю. Буду ждать вас здесь. Да кого ты пытаешься? Это целеб. Шидзун. Вэйчен, скверно выглядишь. Да, и всегда один и тот же. Я снова в деревне во время нападения Вакоу. Везде огонь, смерть и крики. И посреди этого всего стоит тот воин в красных доспехах и белой маске. Гуан Ли говорит, что мы на верном пути и совсем скоро сможем выйти на его след. Но пока что он все еще ускользает. Этот клан намного более организованный. Судя по немногочисленным свидетельствам, их предводитель больше похож... Мне плевать, на кого он похож. Когда мы до него наконец доберемся... Тебе надо отвлечься, и у меня как раз есть хорошие новости. За прошедшие недели ты многому научился. Пойдем на ру... Этот стиль называется «Южные стихии». Первый прием...
Вот зачем Вакоу пришли сюда. Оставлять эту реликвию здесь небезопасно. Особенно после того, как я уничтожил ее защиту. Схрона в храме не было, зато удалось обнаружить вот такую штуку. Вроде как из нефрита, выглядит древней. Пираты наверняка хотели продать ее какому-нибудь коллекционеру. Во времена расцвета Вакоу огромное количество святынь из разграбленных храмов попало в руки богачей. Вещь точно непростая, потому что охранял ее довольно агрессивно настроенный призрак. Этих даосских жрецов рисом не корми, дай только духов попризывать, да заклятие понакладывать. Интересно. Сюаньпай, можешь поискать что-нибудь насчет этого храма и реликвии? Не хочу однажды проснуться от того, что какой-нибудь демон мои глаза ест. Попробую. Но запас книг у меня с собой достаточно ограничен. Дам знать, если что-то найду. Yeah!
Это последнее. Пора возвращаться. Слушайте все. Как вы могли заметить, местные власти все еще бездействуют. Можно подумать, когда-то было иначе. Это правда. Однако нам пришло письмо от чиновника по имени Ван Тайцин. Он прибыл из столицы в качестве цензора, чтобы навести в провинции порядок. Его полномочия пока ограничены, но через своих разведчиков ему удалось выяснить расположение базы Вакоу в прибрежной пещере, недалеко от деревни Вэйчена. Все это время они прятались у нас под носом. Нужно скорее отправляться, иначе их предводитель снова уйдет от нас. Я знаю эту пещеру. В детстве мы часто лазали туда. Мало кому известно, но там есть два входа, один большой со стороны берега, а другой совсем крохотный, с обратной стороны. Он выводит к подземной реке. Тьма в той части грота кромешная. Места мало, а по краям обрывы. Этот проход почти невозможно найти изнутри. И Вакоу точно не могут знать о нем. Мы могли бы ворваться через него и использовать элемент внезапности. Наводка хорошая, но план не пойдет. Если нас заметят раньше времени, то, учитывая тесноту пещеры, мы будем для них как рыбы в бочке. Поступим иначе. Основная группа во главе со мной подойдет со стороны берега и даст бой снаружи, отвлекая на себя их основные силы. В это время вы с Сюаньпаем зайдете им в спину и подожжете корабли. Создастся паника, и тогда мы начнем прожимать их внутрь пещеры уже в полную силу. Отличный план. За дело! Сюаньпай. Ты в порядке? Кажется, пираты все-таки узнали об этом проходе и установили ловушку в воде. Лезвие выстрелило мне прямо в живот. Проклятие! Нужно позвать на помощь. Возможно, остальные еще не начали атаку. Со мной все будет хорошо. Ты справишься. Thank you.
Easy kill deactivated. Easy kill activated. Вот и ты, ублюдок. Теперь ты от меня никуда не уйдешь. Ты женщина? Прости за то, что сожгла твою деревню. У меня не было выбора. Несколько лет назад на моей родине объявился кровожадный тиран, который решил подчинить себе всю страну. Мой отец выступил против него и вместе со всем нашим кланом погиб под стенами замка. Я хотела кинуться на врагов и погибнуть за честь семьи, но поняла, что вместе со мной умрет и последняя память о клане. Тогда я собрала горстку самых преданных отцу самураев и ушла в изгнание, поклявшись однажды восстановить наш клан. Увлекательная история. Но как это связано с убийством сотен людей? Вашими жизнями я должна была заплатить Фудо за возрождение семьи. Прости меня, отец. Я не справилась. Перед смертью она сказала, что какой-то Фудо обещал возродить ее семью в обмен на жизни людей. Фудо — это японское божество, которое, по поверью, огнем изгоняет демонов. Никогда не слышал, чтобы ему приносились жертвы, к тому же человеческие. Думаешь, мы имеем дело с культом? Пока не знаю, но что-то мне подсказывает, что за этим именем скрывается человек. Мастер Цзунфэй, я хотел поговорить с вами. За прошедшее время вы многому научили меня. Как правильно двигаться во время боя, как бить, концентрировать ци, дышать и даже падать. Кроме того, я выполняю все поручения, которые дает мне мастер Гуанли, начиная от защиты деревень и заканчивая мытьем этих проклятых полов. И теперь ты хочешь совершить постриг и стать моим учеником уже как монах? Я угадал? Спорить не буду.
Схватываешь ты все на лету, тренируешься усердно и уже сейчас сражаешься лучше многих монахов Шаолиня. Однако есть у меня к тебе один вопрос. Ты, наконец, отомстил тому, кто убил самого близкого тебе человека и сжег твою деревню. Как ты ощущаешь себя после этого? Для меня она была злом во плоти. Каждый день я представлял, как собственными руками отнимаю ее жизнь. Я желал смерти ее родным и близким, которых даже никогда не видел. Вы наверняка ждете, что я буду говорить, как ее убийство ничего не изменило, что легче мне не стало и прочие банальности. Однако нет, легче действительно стало. Но не потому, что я смог отомстить. Она оказалась просто человеком, который все эти убийства совершал от бессилия и невозможности принять смерть отца. Мне стало легче, потому что я смог освободиться от ненависти к ней. И мне жаль, что она умерла. Ты сильно изменился с нашей первой встречи, Вэй Чэн. Что ж, я согласен. Вэй Чэн дал обет не пить вина, не есть мясо, не прелюбодействовать и не убивать. Однако последнюю заповедь воинам Шаолиня разрешалось нарушать, если им угрожала смертельная опасность. Кроме отречения от земных страстей, Вэй Чэн должен был отказаться от своего мирского имени и обрести новое, монашеское. Так Вэй Чэн из простого рыбака превратился в монаха по имени Дао Кун. Учитель Цзунфэй, а почему мое новое имя так похоже на имя Даошаня? Имя каждого нового монаха Шаолиня составляется из трех частей. Первая — Ши, указывает на принадлежность монаха к нашему храму. Эту часть имени мы обычно не произносим. Вторая часть берется из строгой последовательности имен, 300 лет назад описанной в стихе настоятеля Фую. Она повторяется для всех учеников одного учителя, поэтому моих послушников всегда будут звать Дао. Ну а третью часть, уникальную для каждого монаха, придумывает сам учитель. Давай перейдем к более насущным делам. Теперь, когда ты стал одним из нас, я хочу обучить тебя еще одной нашей технике. О ее существовании знает не так много людей, а владеют ей и того меньше. Она основана на умении полностью контролировать свое ци. Обычно мы начинаем обучать ей только спустя месяцы подготовок и медитаций. Однако сейчас у нас нет столько времени. Эта техника называется «Три земные печати». В отличие от южных стихий, она лучше всего подходит для сражений против нескольких противников. Этот стиль сильно отличается от того, к чему ты привык. Вместо того, чтобы наносить удары, земные печати позволяют нам использовать ци для непрямого воздействия на врагов. Первая печать — это печать гармонии. Она ослабляет защиту твоих врагов. Вторая печать, печать легкости, поднимает противника в воздух. Наконец, третья печать, сосредоточение, стягивает врагов к тебе. Чиновник Ван Тайцин, который открыл нам расположение базы Вакоу, прислал еще одно письмо. Он поздравляет нас с победой и благодарит за помощь, которую мы оказываем местным жителям, пока глава провинции бездействует.
Благодарность в суп не положишь. Лучше бы он армию выслал. Ван Тайцин всего лишь цензор, а цензоры армии не высылают. Он может только арестовать виновных в некомпетентности или коррупции. Также чиновник говорит, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он приглашает меня в свою временную резиденцию в город Ханчжоу, чтобы с глазу на глаз все обсудить. Джэнь Лун и Дао Кун отправятся со мной. Вакоу напали на резиденцию. Гуанли, какой план? Первоочередная задача — защитить Ван Тайцина. Резиденция очень большая, и мы не знаем точно, где он. Придется разделиться и прочесать всю территорию. Как только найдете чиновника, защищайте его до прихода остальных. Thank you.
благодарю вас за спасение. Каким-то образом, Вако уже успели узнать о вашем приезде. Тут никакой загадки нет. Губернатор провинции состоит в сговоре с пиратами, и у меня есть все доказательства его причастности к происходящему. Теперь понятно, почему никто до сих пор не собрал войска и не дал им отпор. Почему вы не можете арестовать его? Вы, вероятно, еще не слышали, но совсем недавно, после продолжительной болезни, скончался наш император. Вместо него на престол взошел его сын, Джу Идзюнь, который пока еще совсем ребенок. Все это время окружение юного императора пытается договориться о том, кто станет регентом до достижения им совершеннолетия. Однако пока что все эти советники, евнухи и знать лишь тонут в распрях и спорах. Простой народ страдает, а их, как обычно, волнует только власть. К сожалению, это так. А я, как и все цензоры, подчиняюсь только императору, либо его регенту, и только от него могу получить разрешение на арест. Поэтому в ближайшее время мои руки связаны. В отличие от вас, мы бюрократическими рамками не скованы. Ввязываться в ваши разборки с губернатором мы не будем. Но если у вас есть сведения, касающиеся Вакоу, то мы готовы вас выслушать. На большее я и не рассчитывал. Как вы знаете, многие годы в нашей стране действовал Хайцзинь, морской запрет, который запрещал торговым кораблям других государств входить в порты Срединного царства. Я хорошо помню, как его отменили сразу после разгрома Вакоу. Говорили, что снятие запрета предотвратит повторное возникновение пиратства. И Вакоу действительно не было видно все эти годы. Но в Хайцзине было исключение — государство Рюкю. Им единственным разрешалось торговать с нами по морю, и благодаря этому они смогли нажить себе немалые богатства. Теперь же они лишились своего исключительного положения. Я предполагаю, что рюкийские торговцы наняли бывших Вакоу, чтобы возобновить нападение. Через своих людей при дворе они будут добиваться восстановления Хайцзиня, используя новое нашествие пиратов как предлог. Еще и смерть императора пришлась им как нельзя кстати. Скверные новости. Добраться до этих торговцев будет непросто. А вам ничего не доводилось слышать о человеке по имени Фуда? Его упоминал один из лидеров Вакоу. Фуда? Нет, ни разу. Но я постараюсь что-нибудь узнать о нем. В свою очередь, хотел бы попросить вас тоже передавать мне любые сведения, которые покажутся важными. Сейчас пригодятся любые зацепки. Договорились. Голубь доставил тревожное письмо из монастыря на вершине Дзюхуа, одной из священных гор буддизма. Монахи сообщают, что их атаковали пираты, но им удалось отбиться своими силами. Я знаю этот монастырь. Его монахи отличные воины и многому научили меня в свое время. Однако непонятно, зачем он в Вакоу. Храм их невелик и дорогих святынь там нет. Вот и попробуем это выяснить. Для тебя у меня уже есть другое задание. А вот ты, Даокун, отправляйся туда и попробуй узнать, что Вакоу могли там забыть. Придется продираться сквозь траву. Thank you.
Вакоу больше не посмеют сюда сунуться. Настоятель тяжело ранен и не смог выйти, но мы все благодарим тебя за помощь. Надеюсь, что в этот раз пираты наконец отстанут от нас. Как ты думаешь, что они хотели здесь найти? Когда-то наш храм был крупнейшим в провинции, а в одной из пещер, по легенде, хранилась древняя реликвия. Она обладала невероятной силой, и только избранным монахам разрешалось приближаться к ней. 200 лет назад произошло сильное землетрясение, которое разрушило значительную часть комплекса. Тогда реликвию было решено переправить в другое, более безопасное место, а монастырь вскоре пришел в упадок. Пираты могли узнать об этой реликвии из древнего текста, написанного еще до катастрофы. Ты знаешь, куда ее перенесли после землетрясения? Точных записей об этом не сохранилось, но в преданиях обычно упоминается храм Верхнего Неба, на одной из высот гряды Хуаншань. Спасибо тебе. Эти сведения могут очень нам помочь. Монахи считают, что целью Вакоу была древняя святыня, которая когда-то хранилась в их монастыре, но с тех пор была перенесена в храм Верхнего Неба на Хуаншане. В даосском храме одна реликвия, тут другая. Да это не пираты, а расхитители гробниц. Все это очень странно. Если помните, Джэнь Лун говорил, что в монастыре на горе Путо Вакоу тоже искали что-то конкретное.
Путо и Цзюхуа – это священные горы буддизма, в то время как Лунху, где мы нашли первую реликвию, является одной из священных гор даосизма. Это напоминает мне одну древнюю легенду, но нужно ее проверить. Обязательно проверишь. Только сначала отошли письмо Ван Тайцину и сообщи все, что мы узнали. После этого соберем группу и наведаемся в этот храм верхнего неба. Его обитателям тоже может угрожать опасность.